Приветствую на канале Алия Сладкоежка. Давайте вместе приготовим ленивый хачапури с творогом. К теплому кефиру разбиваем яйца. Добавляем соль, соду и хорошо перемешиваем венчиком. Выкладываем в кефир творог и продолжаем смешивать все компоненты. Всыпаем муку и замешиваем тесто. Разогреваем сковороду, добавляем масло, либо просто смазываем. И вот так выкладываем тесто в форме лепешки и обжариваем с двух сторон до золотистого оттенка. Если пожелаете, можно добавить к тесту еще мелко нарезанной зелени, и тогда будет вкус еще более насыщенным. Вот и готовы наши ленивые хачапури с творогом на кефире. Они получаются очень сочными, вкусными, нежными. Попробуйте тоже приготовить. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!